начала текущего года в Сарове зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с детьми. Операция «Пешеходный переход» призвана напомнить горожанам, что важно соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу только в разрешенных местах. Чаще всего страдают на дорогах, конечно, это пешеходы. В этом году 8 ДТП таких зарегистрировано. 8 пешеходов пострадало, в том числе, когда водитель на пешеходном переходе не уступил дорогу ребенку, который по нему переходил. Особое внимание уделяли любителям покататься на велосипеде. Этот вид транспорта становится популярнее летом, но многие забывают, что велосипедисты – такие же участники дорожного движения, как водители и пешеходы. А значит, нужно слезать с двухколесного транспорта перед переходом через дорогу. 11-летний Влад, в отличие от многих взрослых, всегда соблюдает это правило. Велосипед вести, но нельзя на нем ехать. Потом нужно переходить пешеходный переход по пешеходному переходу, если нет машин. Сотрудники ГИБДД также напомнили водителям о правилах перевозки детей и проверили автомобили на наличие удерживающих устройств. В некоторых случаях родители сажают ребенка в автокресло, но не пристегивают ремни, и безопасность маленького пассажира оказывается под угрозой. Инспекторы останавливали нарушителей, проводили беседы и составляли соответствующие протоколы. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга, особенно когда дело касается жизни и здоровья детей. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.